Лайв-студія на сьомому. З вами Анна Полякова та Євген Салтан. Ці інформаційні години будемо спілкуватися з відомим українським політологом Вадим Карасьов. У нас у студії. Вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо вас. Одразу ж таке питання. Україна у політичному вирі. Це вже не новина. Ще раніше трошки казали про те, що президентські в нас будуть найбрудніші. Але все ж таки ми зараз бачимо вже парламентську кампанію. Закрадається сумніви щодо того, яка ж цих компаній буде найбруднішою. Які ваші прогнози стосовно цього? Ні, ну, якщо говорити там о чистоті, а не чистоті, то понятно, що парламентські вибори тут будуть більш нечистими, я скажу так. Тому що президентські вибори – це є определенний набор кандидатів. Так, їх немного. Причому фаворити там 2, 3, 4. Ну, а якщо взяти парламентську кампанію по партійним спискам або по мажоритарним округам, то тут цілий Вавилон, цілий, сказати, виводок кандидатів в депутати. Особливо є такі округи, ось тут і в Одесі. Так? Наприклад, там, по-моєму, 133 округ, там 50 кандидатов, так. А дальше мы видим в некоторых округах, вот я знаю, там в Луганской области и так далее, мониторю ситуацию, ну просто атака клонов. Так, клани і клони просто заполонили українську політику. Як мінімум 8 Володимирів, але Зеленських вже зареєстрували, да. Хоча кажуть, що вони дійсно є Зеленським. Ну, така ситуація на кожному окрузі, по суті. Ну, значить, зареєстрували. Понятно, що це ж технологія, так? Одно діло, от на президентських виборах, тільки один був случай клона, коли був Юва Тимошенко, і була Юва Тимошенко. І то це, як би, було в фокусі внимания, к этому привлекли, так сказать, моральне осуждение, хоча з політичної, технологічної точки зрения. Один відсоток набрав голосів. Да, ні, один і більше. Це, звісно, извините мене, там різниця між Порошенко і Тимошенко була незначительна. Якби Тимошенко вийшла во второй тур, може бути, і вибори були б во втором турі президентських несколько другими. Так? Я не кажу, що результат був другий, але і, можливо, різниця між победителем і проігравшим була б менше. А що? А тепер, как бы, вот эти элементы, точнее так, технологии клонирования, они в округах, вот в Одессе, в Лисичах, я знаю, там, по-моєму, 3 или 4 рибалка, наприклад. Є один рибалка главний, так? А є куча рибалок. Вдруг всі оказались рибалками. Ну, эти, риболовлі займаються. Ну, що казати про прізвище, якщо в нас навіть партії подекуди плутають, власне, про опозиційні партії йдеться. Не всі люди, навіть ті, хто був присутнім на з'їзді тої чи іншої, розуміли взагалі, за кого вони. Там опозиційна платформа, опозиційний блок. Одні виходять, другі заходять. Ну, тут главная фішка – це опозиція, так? Но как бы люди, которые не совсем как бы до конца информированы политически, они могут тут немножко быть дезориентированы, потому что оппозиция есть в каждом, скажем так, политической силе. Но в одном это ОПА-платформа, в другой оппозиционный блок. И пойди тут разберись. Но в принципе по партийным спискам там ситуация может разрешиться как? Там есть нумерация. А вот по округам нумерации нет. От когда в мажоритарных округах, надо, чтобы кандидаты были пронумерованы. И когда есть много фамилий клонированных, так, или много фамилий одинаковых, так, то надо, чтобы все-таки там была нумерация. 1, 2, 3, 4, тогда сторонники, например, главного по этой фамилии говорят, наш фаворит – это такой-то номер, все остальные – это клоны. Но вот ЦВК должно принять это решение, иначе, конечно, много будет судебных потом споров, осуждений. Главное, все-таки, будет, конечно, вирус сомнения в справедливости выборов. Ну, дивіться, зараз щодо судових тяганин по цих вже виборах. Ми спостерігали їх щодо партії Міхаїла Саакашвілі «Рух нових сил», так? Допустити його, не допустити. ЦВК не хоче допускати, суд каже, ні, ви маєте його допустити. Це також якась технологія певна, яка може застосовуватися опонентами, чи як зауважити? Чи дійсно є законні підстави для того, аби відмовити Саакашвілі йти до парламенту? Адже він зазначив, що це команда ще попередньої влади. Ему это все зависит от того, как трактовать, сколько он прожил, 5 лет или нет, когда он получил гражданство. Это пусть суд разбирается. Есть решение суда, что и так 5 років прожив, так він має право йти на парламент. Ну, ЦВК, видимо, другие. Тут все-таки ЦВК главный администратор выборов, так? И они, у них, видимо, есть другие данные, так? Но, во-вторых, часто вот такие судебные процессы, они тоже используются для того, чтобы привлечь внимание. И тем более у нас, знаете, любят жертв.
любят, вот гонимых, это тоже поднимает статус. Конкуренция жертв, вот сейчас в мире часто конкуренция жертв. Кстати, все хотят, чтобы у страны был свой Холокост там, или свои какие-то геноциды. Вот такое соревнование идет, так? Потому что, и такое же есть и в политике сегодня. Это тоже, кстати, технологии. Я не буду сейчас указывать на другие политические силы, но они тоже используют это. Якобы судебные иски подаются против того или иного кандидата. Потом этот кандидат идет в суд. Из суда включаются телевизионные камеры. Але говорят, нашего хорошего, самого лучшего кандидата, самую лучшую партию, которая есть надежда, так сказать, украинской демократии, хотят снять с выборов и так далее. А в конечном счете это, может, кто-то попросили человека, чтобы он специально этот иск подал, так, чтобы потом вокруг этого судебного процесса такой сконструировать большой хайп. Якщо ЦВК хороша технология, да. Якщо ЦВК дозволить, а йти Саакашвілі з його політичної сили на вибори, є у нього шанси подолати 5-відсотковий? Шансів, може бути, ні, але набрати, наприклад, 3% голосів може. Що таке 3% голосів? Зараз багато партії так стараються отримати 2% голосів, тому що, якщо ви на парламентських виборах отримуєте не менше 2%, ви отримуєте доступ до государственному финансированию. По законам о государственном финансировании политических партий 2% в год – это 35 миллионов гривен. Кстати, неплохая сумма для партийного строительства. И многие партии не то, что как бы рассчитывают на то, чтобы вот уже 100% быть в парламенте, но рассчитывают и на будущую, так сказать, кампанию, так на будущую. У нас политическую... не в Севе скоро. И плюс, да, и плюс вот эти есть. Я только партия «Социальная справедливость» появилась, Аллы Шлопак. Партия «Независимость» генерала Могилева, который будет критиковать полицейскую реформу, там силовики собрались, тем более сейчас опыт партии Смешко, силовичей, да, которые могут пойти в парламент. Неплохо, скажем, показывают, что силовики могут пользоваться доверием. Тоже идут, так? Поэтому очень большая борьба идет сейчас. Вот именно партии второго, я бы сказал, такого ряда, которые бьются за 5% для того, чтобы попасть в парламент. И для того, чтобы попасть вот на эту заветную цифру от 2%, чтобы получить государственное финансирование. Певний час была сформована такая п'ятірка, вона зараз дещо змінилася. Компания Active Group, якщо вам відомо, логічно, опублікувала дані, і там ми бачимо, що вже і навіть радикальна партія Олега Ляшка наближається десь, так, і да, партія, да, Володимира Гройсмана, тобто вони, і навіть опозиційний блок, саме опозиційний, да, блок, да, також вони все ближче до, да, ближче, а до, тому того, що кампанія йде, так, є розчарування все-таки в правящій силі, ну, слуга народу, так, тому що не можна все время держать, знаєте, легко на вершину катапультуватися, особливо в наших условиях, коли от нову політичну силу сторонников Зеленского. Ось, власне, ми зараз показуємо. Катапультой, так сказать, вознесло на политический олимп. Но очень трудно удержать эту цифру. Поэтому мы видим, что и рейтинги «Слуги народа» постепенно снижаются. А в пользу кого они могут снижаться? Ну, конечно, оппозиционного блока, потому что... Именно оппозиционного блока, потому что это же избиратель Востока и Юга Украины, так, Зеленского. Центр Юг и Восток Украины. Значит, в пользу Ляшко, который выбрал нишу вот такого яркого и последовательного критика нового президента и ряд других политических сил, которых вы назвали. Так что я не удивлюсь и не удивляюсь этому рейтингу. И более того, чем ближе к выборам, я думаю, что вот эти политические силы, оппозиционный блок, партия Ляшко, сила и честь, они будут больше и больше получать шансы на попадание в Верховную Раду Украины, уже будущий состав Верховной Рады. А до этого списка пока еще не потрапляет самопоміч. На вашу думку, есть шансы? Нет, там нету шансов. Все, забыли. Да, может, там уже они же и разбежались там, видите, там половина же ушли в разные другие проекты, это свидетельство того, что они даже сами не верят в это все. Но, с другой стороны, Садовый правильно это делает, так, потому что местные выборы будут, ему это надо на Львов, на Киев, так, 15, и выборы, я думаю, даже будут досрочные, местные выборы. Выборы мэров и местные органы власти, они будут досрочные, потому что новый парламент соберется вот после 21 июля, и одно из первых решений, это будет все-таки постановление выборов местных органов власти, потому что новому президенту нужны, свои мэры, или, по крайней мере, договороспособные, лояльные мэры, и, во-вторых, должны свои фракции в местных органах власти. Поэтому в Киеве, я уже знаю, как кандидаты, кто там уже на мэра, так сказать, претендует и может вполне претендовать. Можете назвать это? Ну, зачем? Я пока не хочу. Ну, это, ну, точно знаю, так? И достаточно серьезно. Там проблемы у Кличко могут быть, так, по выборам мэра. Одесса, Харьков, Днепропетровск, Львов. Поэтому Садовому надо сейчас набрать хотя бы там 3-2%, опять-таки получить финансирование государственное, и все-таки с этой какой-то платформы, так сказать, площадки, чтобы как батут немножко, знаете,
они так подпрыгнуть и удержаться все-таки вот на выборах местные органы власти, которые могут быть либо осенью этого года, либо в первом квартале следующего года. Мы взагалі бачимо таку тенденцію, що в нас мери подалися до парламенту, зокрема наша партія «Довіряє ділам». Відома, невідома. Наша, це маємо на увазі Одеська. Ви так, ну, ні, ну вони нікуди не підуть, які мери Верховної Ради. Це треба було просто укріпити опозиційний блок, зробити, ну, опозиційна платформа – це одна, так сказати, так, поняття, така проросійська, так, партія. Хоча у нас, я думаю, так, треба, так сказати, є проросійські, є такі промосковські, може, що прокремлівські будуть, треба тут нюанси. Шутка, звісно. Стільки в них провінцій. А є різниця між проросійськими, прокремлівськими, промосковськими? Да, да, да. Ну, це шутка, звісно. Ціль лише одна. Вот. Ну, опозиційний блок просто треба було как бы собрать вот это ядро. Вони зараз між собою, до речі, воюють. Ми да, а всі... Це випадок з бордами, коли вони один до одного закиди робили такі, що так, просто... Я не знаю, чи в Києві були ці борди, а в Одесі на ці там інші є. Я вчора прилетів, я бачив це. Їхав з аеропорту. Там, де... Хто з ким не буде об'єднуватися, да, хто... Это, де... Парламентські вибори, взагалі-то, конкуренція на парламентських виборах між партіями і сусідами. Тому що боротьба за свой, за тут електорат, общий електорат. Вирішили не об'єднуватися, але боротися між собою. Ну, не по-другому ні. А як, допустим, їм не боротися між собою, якщо в них один електорат? Знаєте, ну, ось, Ілля Києва закликає розстрілювати автобус з сполученням Київ-Донецьк, Донецьк-Київ. Ну, це він говорив, так, так, да, це давно він говорив, да. А, ну, це, понятно, борд уже зробили. Ми за борди, Києва, так, да, кажу. Которая, вот. Так от, що касається вот этой партії «Довіряй ділам», так, партія ДД, з чим тут проблема? Знаєте, які ще називають? Знаю, знаю. І партія генов, і партія там хороших генов, і разных генов. В Одессе и называют партия плохих ген. Да, ну, есть хорошие гены, есть плохие гены. Там не знаю, это одесситы. Я не житель Одессы, это пусть одесситы разбираются, хороший ген или плохой ген в Одессе, местной власти. Но если говорить, поэтому вот оппозиционный блок, там же какая фишка? У них не только там Одесса, Харьков, так, Кернес и Труханов, а там мэр Мариуполя Бойченко, так, очень серьезный мэр. Мэр Ужгорода Андрушив, или как он там фамилию, могу ошибиться, извините меня, так? Вот, это показать, что оппозиционный блок не партия какого-то локального региона, а она, так сказать, партия вот с таким широким охватом, широтным охватом. Ужгород, Мариуполь, так? Вот как бы крайние такие точки. Ну, а главная ставка на такой прагматизм. Хотя, конечно же, лидеры партии, вот Мураев, особенно Мураев, так и Вилкул, это люди такого больше идеологического профиля, особенно Мураев. Но вот соединить идеологию и практические дела, тем более, что местные органы власти сегодня в условиях децентрализации, так, децентрализованной реформы, это достаточно такие плотные местные сети, так, элитные сети, и они много решают вообще-то, так сказать, и с точки зрения медиа-влияния, и с точки зрения административного влияния. Поэтому оппозиционного блока может и получиться. Я все-таки не списывал бы их с парламентской гонки. Хоча, згідно рейтингів, якщо набрати ось цей актив груп, вони там, здається, навіть 1% не долають. У кого, у кого? У оппозиційного блоку. Ну, а ось ці, оцей рейтинг мене дійсно здивував. Там 5,1%. Звідки поназбирали ці? Ну, це много залежить, все-таки, кай виборка. Допустим, я знаю, що часто партії, які орієнтуються на сільський електорат, наприклад, радикальна партія Ляшко, так, як правило, вона ж на сільський електорат. Соціологи не завжди доходять до сіл, так, тому що різні телефонні опроси і так далі, ну, не у всіх же там є це. Тому, ну, ще раз говорю, що ще залишається там 3 тижні до збирательної кампанії, ще можуть бути різні скандали. Ви доверяєте цим рейтингам взагалі? Чи формують вони, на вашу думку, власне, суспільну думку? Да. Ну, во-первых, в принципі, смотрите, президентські вибори, сколько критиковали социологов, но они оказались примерно правы. Угу. Так, можно похибка, сдается, 2%. Да, да. Это первое. А вторых, конечно же, почему рейтинги публикуют? И многие, даже если вот заказы есть социологическим службам, и если там не очень хороший рейтинг заказчика, его не публикуют. Так, его просто, так сказать, держат в архиве. Почему? Потому что это информирование избирателей, а какие лошадки фаворитов. И человек так не сильно политизированный, он хочет все-таки поставить на фаворита. Поэтому кто первый, кто второй, это очень важно. Потому что психология человека, вот обычного человека, когда он участвует в избирательной кампании, чтобы быть победителем, чтобы его политическая сила
которую он, ну, может, до конца не знает и не до конца предан, выиграла выборы, выиграла гонку. Поэтому вот такие рейтинги, они очень важны и в качестве информирования, как, какие расклады, и в качестве стимулирования избирателя проголосовать в пользу той или иной партии. Человек может так рассуждать. Вот мне нравится одна такая, например, партия или такой-то кандидат. Но если они выиграют, наверное, проголосую за тех. Потому что если я не выиграю вот эти, выиграет та політична сила, яку я ненавижу. Поэтому... Нас зло люблять голосувати. Ну, це називається таке тактичне голосування, ну, по політології. Чому тактичне? Я голосую не тому, що я люблю цю партію, а я голосую, щоб не пройшла та партія, яку я не хочу, щоб вона була у власті. Ну, в цьому, по суті, феномен Зеленського. Всі голосували за нього, аби проти строї політичної системи. Совершенно, да, да, щоб не пройшов Порошенко. От многі так голосували. Не за, а проти. От, поэтому это, ну, человеческая психология, и социологи, и социальные психологи, которые помогают составлять вот эти всякие опросники, они это учитывают. Я уже не говорю о фокус-группах. Мы же как бы это же не публикуют фокус-группы, так. Но любой уважающий себя там кандидат или партия, они проводят фокус-группы, там гайды, а что вы как думаете, а во что нужно. И эти респонденты, там участники этих круглых столов или фокус-групп, они говорят, ну мы хотели бы там, чтобы был новый курс, что-то поменялось. Или наоборот, ничего не менять. И когда собирают вот этот, так сказать, массив информации, уже выносят заказчику или там лидеру говорят, люди хотят, чтобы был новый курс. Вот как Тимошенко было, так? Или люди хотят, чтобы дальше, так сказать, была война с Россией, для них там политические силы. Другие говорят, нет, мир должен быть с Россией. Нормалізація отношений більше з Росією. Від самого лідеру партії, чи все ж таки від програм залежить те, скільки людей буде голосувати за ту чи іншу партію? Хоча, здається, люди у нас не читають програми, просто дивляться на лідера. Ті, чи ну, скажу, що в мірі теж не сильно багато читають. Ви думаєте, американський збиратель там вже так читає? Так, який-небудь там мігрант, бивший латинець, ви думаєте? Це несколько міф такого інформованого збирателя, ідеальна модель політології. Ну, зараз нет таких. Тим более, что люди смотрят в основном телевизор, так, или там социальные сети, а телевизор, скажем так, это же не книга. Телевизор дает спрощенную, скажем так, шаблонную картину. Это первое. Второе. Все-таки на лидера, конечно же, люди хотят, потому что люди хотят сильных людей в политике. Люди понимают, что политика – это пространство для людей длинной и сильной воли. Вот говорят часто, не хватает политической воли, там, посадить кого-то. Если они видят, что нет лидера, он не посадит никого. Зачем заголосовать? Хоча Зеленського обіцяв посадки в основу. Да, да. Ну, тут немножко ситуация... Така, у Святослава Вакарчука є така риса? Тому що ми бачимо, що його... Нет, бачу... это, знаете, одно дело петь и танцевать, а другое дело работать. Так, это нет. Думаю, что тут... Можно працювати співаючи, танцюючи. На сцене, пожалуйста, тоже работа. Он же получает гонорары за это его работа. Как политика, ну, сейчас, как бы, видите, доминирует медиасцена, поэтому люди ищут каких-то не политиков, потому что уже политики достали. Поэтому они хотят какую-то альтернативу. Либо шоумен, либо певец, либо человек какой-то практической хватки, так, практического дела, там, хозяйственник. Вот, ну, и на округах сейчас хотят. Раз мы очень выбрали молодых туда, в «Слуга народа», там же много молодых и неизвестных. Как я говорю, одни... Не 25 років, якщо я не помиляюсь, наймолодшому 25 це років. Да. Ну, як би так, недоношені політики, так? Ну, давайте, я так скажу. Навіть, так. Навіть не політики, люди, які не мають жодного політичного бачення. Совершенно верно. Значить, тоді запрос на то, щоб все-таки були люди опытні. Я вижу по округам, от в Одесі, наприклад, там, недавно я був в Луганській області, так, в Житомирській області. Зараз, от, видимо, придеться поїхати туди, на Западну Україну. Я смотрю, в округах все-таки запрос на людей, які практично дела. Тем более округа – это все-таки не партийная политика, это больше политика, ну, скажем так, местного значения. Знаете, как говорят немцы в таких случаях, у канализации нет социал-демократической либо христианско-демократической ориентации. Так? А на канализации есть канализация. Это что касается местной, коммунальной политики и политики округов. Вот я смотрю, допустим, по Одессе, 134-й округ, там Червоненко будет, так, мой хороший знакомый, даже сказал бы друг, у которого есть идея это логистического хаба в Одессе сделать, так, потому что, учитывая портовое хозяйство, все хотели купить это портовое хозяйство, то китайцы, то русские и так далее, надо его использовать для Украины, прежде всего. Продать всегда можно, так, вот это. Дальше, я вижу, 133-й округ тоже там хороший, есть хозяйственники, люди, которые могли бы придать Одессе вот это, ну, скажем так, опыт практического управления. Демидов Сергей Михайлович, которого тоже я знаю, так, я открыто говорю,
говорю, и любим, что я сам Одесса провел в Одессе. У меня бабушка в Одессе жила, тут похоронена на проспекте Шевченко. И я помню, все детство проводил в Одессе в 60-е, 70-е годы. Пляж «Дельфин» только открылся. Он, вот если кто-то одесситы пусть поправит. Открылся он в 70-м году, 1970-м году. И там рядом был ресторан «Шаланда» прямо у моря, и ресторан «Глечик» был. А ви давно були на нашому узбережжі? Бачили, що там зараз взагалі відбувається? Не доїхав. Я бачу тільки стройки кипять, і якісь клуби ночні, чи не ночні, ну що-то таке. Я пам'ятаю, знаєте, бабушка жила, от, проспект Шевченка, 8/6, 5-й тролейбус, 9-й тролейбус по проспекту Шевченка на Аркадії. Був городський пляж, дерев'яні лежаки, і всі одесити після роботи, 6 часов роботи закінчується, їздили либо на Аркадію, либо «Дельфін», коли відкрили. Вот, это я помню. Это был, якщо у вас буде час, пляж... завітайте, подивіться, у що зараз перетворюється наше узбережжя. Це болюча тема для одеситів. А що там? Мусор, да, или что? Это я знаю давно, что как бы чисто там море. Там на тещу сміття без грошей краще туди не йти, тому що у нас начебто згідно договору між міською радою і тим людьми, які орендують пляжі, мають бути 40% території пляжу звільнено від лежаків і так далі. Цього немає. Сходіть в Аркадію, ну... Эта задача должна быть экологическая полиция в городе, как подразделение муниципальной полиции, которая должна за этим следить. Потому что город принадлежит не застройщикам, не бизнесменам, он принадлежит людям. Город для людей. Знаете, поэтому должны быть заходи. Муниципальные пляжи должны быть. Я помню, вот муниципальный пляж в Аркадии. Все троллейбусами туда ехали, до вечера там плавали, отдыхали. Одесситы, не приезжие, которые оставляли деньги, а одесситы, которые поправляли свое здоровье. Понимаете, это же, если ты после работы искупался в море, подышал воздухом, это же нагрузка на медицину намного меньше. Люди меньше болеют. Понимаете, меньше, значит, вложений, затраты на больничные и так далее, и так далее. В политике же и в социальной жизни не бывает единичных случаев. Ваши слова потребно передать нашей міській раді, яка здає ці пляжі в оренду за копейки. А вот я скажу, для этого надо, чтобы пришли депутаты по мажоритарным округам, так, которые бы в Верховной Раде Украины, это если городская власть на это не смотрит, значит, это надо обойти как? Верховную Раду Украины. Вот я когда в Харькове работал, и меня начали прижимать там эти местные. Я сказал, хорошо, я вас достану из Киева. Все. А какой? Если меня тут не дают, я вас кину. А в каком плане притискали? В каком плане притискали вас? Ну, мало что там, как бы, меня не пускали там на телевизор. Так закрывали мне пути. Так, потому что не нравилось критикам. Ну, хорошо, я вас из Киева достану. Вот, если в Киеве будет, так я достану из Нью-Йорка. Или еще с какого-то. В Харькове, здається, один чи два канали належать міському голові. Ну, это было еще до того. Это всегда седьмой канал. Кернеса. Я тоже, кстати, Кернеса знаю хорошо, потому что примерно одногодки и, так сказать, соприкасались там в 80-е годы. Хорошо знаю. Ну, человек сильный, конечно, волевой, но, как бы говорится, со своими, как говорится, так, спецификой своей. Но еще раз говорю, проблема не в том, хороший мэр или плохой мэр. Проблема в том, насколько мы даем им возможность действовать так, или иначе. В інтересах города или в інтересах окружения ближайшего? Или не ближайшего? Ви знаєте, що Одеса постійно в епіцентрі тих чи інших скандалів. У нас б'ють жемчужина. Ну, жемчужина у морі. Ну, подождите, такой город. Так, это же вообще сказка. Строили как Париж. Вы же строили как Париж, так сказать, Ришелье, Дюк и так далее. Это, ну, русский Париж. Так, когда-то зараз был. Нападают на активисты. И порты, смотрите, какие, сколько денег идут через Одессу, и сколько мимо Одессы, и одесситов идет денег. Так, але проблема в том, что эти кошти не доходят до міського бюджета. Правильно, я говорю, мимо иду. Значит, надо избрать людей, которые хорошо в этом шарят. Не пацанов, ну пусть уже слуга народа, мы любим слугу народа, мы любим. Слуга народа — это хорошие. Но надо еще слуга Одессы избрать, чтобы там слуга Одессы был. Так, работал в Верховной Раде, и который знал вообще всю хорошую проблематику города, начиная, потому что я знаю, канализация плохая, и часто страдает море, так, потому что выбрасывается эти все море. Море грязное, потому что... А если будет грязное море, многие, мы в Одессу не хотим. Я-то Одессу люблю. Так, я езжу отдыхать только в Одессу. Я люблю Черное море, я не езжу в Испанию, я Турцию не езжу, в Египет, никуда не езжу. Дуже часто жартуют, что дешевше слетать в Туреччину и почитать. Правильно, но я не люблю. Я люблю лучше, пусть будет немножко дороже, но пусть будет здесь. Но это моя, я Одессу, это я чувствую как бы всеми фибрами души, так. Вот. Ну, вот так, я нигде не отдыхаю. В Крыму отдыхал раньше, так, в Ялте. Но после, как Крым аннексировали, я просто не могу ни по моральным, ни по политическим соображениям. Это ваша
принциповая позиция. Это да. Я был последний раз в Крыму, скажу, в мае, 1-2 мая 2014 года. Еще когда как бы только все начиналось, эта вся история, хотя уже он был аннексирован, я понял, что это все уже, это Крым не мой. Але деякі українські політики літають на відпочинку. Это их выбор. Но с другой стороны, знаете, политика Крыма, тут тоже надо менять политику. Часто говорят, Крым украинцам, украинские говорят. Хорошо. А я считаю, что Крым должен быть не только украинским. Он будет тогда украинским, когда он будет Крымом украинцев. Чтобы украинцы ездили туда, без всяких препон. Так, а так и было. Правильно. Кто робив касу Крыма? Правильно, совершенно верно. Оставляли там гривну нашу. Чтобы эти крымчане на местах, они понимали, что это временно. Потому что если там все заблокируют и украинцы не будут приезжать, то, понятно, они будут уже жить своей изолированной жизнью. А так, поскольку они всегда любили Украину, материковую Украину, это Ялта или там Крым, они за счет жили. Весь частный средний бизнес, рестораны, кафе, они жили за счет Украины. За счет украинцев, которые приезжали. А не за счет тех, которых сейчас присылает там российская власть по путевкам. И это же бизнес у людей. Люди потеряли. Люди не ездили, и завтра. И сейчас они не хотят ездить. А едут, почему? Во-первых, дорого. Логистика не совсем правильная. Так, вот. Им легче там слетать на это, все включено там в Турции, так сказать, так, чем вот это, где сидеть в ресторанах, потому что у них немножко другие приоритеты. Вот. Поэтому, еще раз говорю, надо вот, Верховную Раду сейчас, вот есть такая возможность, если там молодые будут сидеть ребята со «Слуги народа», пусть сидят. Молодость это, молодежь это наша, как бы, коммунизм это молодость мира, так, как говорится, так, пусть это будет все. Зеленый коммунизм, как говорится, молодость мира. Но надо же и подпереть этих молодых ребят опытом. Я понимаю, когда по партийным спискам они идут, хорошо, у них будет 120 человек у них будет. Причем мы не знаем этих людей, откуда они, кто вы, чьи вы хлопцы будут. 226 может? Нет, 226 не будет. Так вот, так еще много идет же команда «Слуги народа» идет по округам. Но зачем? По округам пусть идут люди, которые знают проблемы округов. Которые знают, что такое земля. Вот политики от земли, как говорится, так? Ну, в Одессе это вода и земля, так? Хотя тоже земля, ну, продается же, я так понимаю, покупается. Ви знаєте, від «Слуги народу» по Одеській області, чи вірно я кажу, Калюбошин, це радник... Сергій Калюбошин, да, колишній заступник колишнього голови ОДА Максима Степанова. Він народився в Овідіополі і мешкає там, тому він дуже добре знає, я думаю, про Павла. Ні, ну, я ж не говорю, що... Ні, ну, подождите, це ж не одна гриба, я говорю про принципи. Так. А в кожному праві есть свои исключения, которые только подтверждают правила. Поэтому, конечно же, может быть какой-то кандидат, который знает, вырос в этих краях, был радником. Но это только подтверждает исключение, которое подтверждает правила. Эти люди могут стать основой. Смотрите, вот вы же не сказали, вы же сказали как. Вы же не сказали, что вот такой-то... Как фамилия его? Калюбошин. Да. А вы сказали, что он из Овидиополя. Так. Что он знает хорошо. Вы же на это обратили внимание, так. А не то, что он там слуги народа. Главное в нем вот это качество, которое ценно для одессита, то, что он родился здесь, знает хорошо дела, а не потому, что он слуга народа. Хорошо, что он еще слуга народа. Так, но не все же могут быть партии. Мы уже прошли уже, знаете, однопартийное правление, мы уже прошли, слава богу. Так, когда была одна партия, и все ходили в одну партию. Достаточно, так. Не надо, чтобы все сейчас все были в одной партии. Вадим, мы почали говорить про Крым. На вашу думку, чи дійсно є якісь політичні сили, які тверезо розуміють, як потрібно повертати і Крим, і знімати окупацію зі сходу України? Це не станеться за 100 днів, як обіцяють так, деякі політичні сили. Так, обіцяють і за 100 днів. І літають до Москви на перемовини. Ну, дуже така розгалужена ситуація, але як зрозуміти, хто дійсно може вплинути на неї? Ну, можна вирішити. Все є такі політичні сили. А чому ні? По Криму ну, можна. Є? Ну, по Криму, смотрите, ну, понятно, що воєнним путем ми нічого не заберемо. Це ж треба розуміти, треба. Все, закрили ту тему. Нет военного рішення. Значить, є какое? Мирне рішення. Ще раз говорю. Крим должен бути не тільки український. Что мы, а чей Крым? Крым наш или не наш, так? Или там украинский? А Крым украинцев. Чтобы они могли туда ездить. Надо блокады все снять и так далее. Дальше тоже касается Донбасса. Надо снять блокаду прежде всего. Зачем людей мучать? Люди сидят, мучаются, так сказать, в этих очередях, на этих КПП под зноем, летним зноем, при жаре и так далее. Теряют сознание, некоторые умирают. Зачем? Для того, чтобы пенсию получить тот или как. Если решится вопрос пенсии, а как его решить? Вот говорят, нет сейчас возможности платить пенсию там. Почему нет возможности? Нет банковской системы. Поэтому на нашей банковской системе. Значит, если тоже мы... не туда пустить. Нет, так если мы начинаем как бы процесс реинтеграции, мы начинаем платить пенсии, значит, мы с условием, что надо восстановить нашу банковскую систему, чтобы они получали банки по карточкам, так, или через наши банки. И в гривне, а не в рублях. Это все делается элементарно. Я думаю, что это сейчас закончится... Але ж ви розумієте, що Росія не піде на жодні умови,
Хто? Щодо Росія да. не піде на жодні умови щодо можливого повернення Криму України. Крим... Дуже часто росіяни кажуть, що за про Донбас можемо говорити, за Крим забуде. Да. Крим, да, ну як територія. Вона станеться якесь время і достатньо длительне время території Росії. Ну, а як українці ми можуть їздити на територію, яка належить Росії? А як ми можемо їздити в інші країни і живуть люди? З двойним. Але інші країни не нападали. Скільки, ну, подождіть, на скільки людей живе в різних країнах? От вони прописані в Україні, громадяни України, а живуть десь в інших країнах, працюють і так далі. Это феодальный подход, когда мы говорим, что вот надо обязательно территорию. Пусть территория пока там будет, временно. А людей мы можем туда уже наших, да, пусть ездят туда и там работают, с паспортами нашими и так далее. Ну, то это... середины сделать это... Совершенно верно. Ну, нет, ну сейчас, бажаю. Понимаете, нет, сейчас же нету, понимаете, вот мы мыслим категориями 19 столетия, когда были национальные клетки. И людей удерживали в государствах. Они не могли никуда выехать на работу, никуда уехать. Они просто были обречены на то, чтобы пойти в армию, воевать на фронте, чтобы налоги платили и просто работать где-то на заводах или нам на каких-то этих плантациях. Ну, этого не, слава богу. Ну, не хочешь на заводе работать, не хочешь на заводе українському, їжай клубнику, собирай Польщу. Це твій вибір. Ну, дивіться, нам же не заперечують їхати до Криму, але це в першу чергу подекуди навіть небезпечно для певної категорії людей. Ну, і все, тут... все ж таки морально. Ну, мені може це небезпечно, тому що публічний чоловік там виступав. Ну, почекайте, а ви часто літаєте в Росію да. на виступати на каналах? Ну, не часто, хотілося б, да. Ну, що, хотілося б більше, вот, тому що треба робота така, как бы, треба приймати на себе как бы, і риски такої, как бы, війни інформаційної. Вот. Ну, тим, ну, так що? Я поэтому из-за этого мне в Крым и ездить тоже. Знаете, не хочется и не можется. От із-за этого. Щодо до парламенту, у нас зараз лише лінивий не йде у народні депутати. Ми вже торкнулися цього питання. Я не йду. Ну, значить, ви лінивий. Я думаю, достойні люди йдуть. Дивіться, артисти, шоумени і так далі. Шоумени не мають політичного досвіду. Україні, по суті, йде війна. Чи можна таких людей допускати до влади? Життя, це вибір людей. Это надо разъяснять, что, во-первых, что может быть в этих условиях, нужно все-таки как-то сбалансированный состав. А с другой стороны, смотрите, но если война, это же наши все депутаты должны быть военными. Это тоже логика немножко такая узкая логика, узкопрофильная. Если у нас там, например, война, значит, все депутаты должны быть военными. Но мы видим, военных много было в этом Верховной Раде. Ну и что? Они что-то сделали. Политик – это другая профессия немножко, чем военный. Военный – воевать. А политик должен думать, как вообще избежать войны. Это его главная задача. Але також не хочется голосувати за старых политиков, які привели війну в Україну. Так и не надо. Вот и старый политик, и мы избрали нового политика. Это первое. А во-вторых, вообще это проблема, знаете, старый и не старый. Есть такое понятие, есть старый, а есть устаревший. Як каже Черненко, у нас в эфире самого телеканалу казав, я не старый обличчя, я справжній. Да, ну, я так говорю, ну, допустим, там, по Черненко или по другим. Есть люди старые, а есть устаревшие. Есть старый, но не устаревший. А есть молодые уже устаревшие, извините меня. Это же не... Политика, она не проблема лиц, это не проблема возраста. Потому что есть эффективные политики. Смотрите, почему в Штатах сегодня, сколько президенту лет? 73 года, вот было 2 недели назад, Трампу. Угу. Кто у него главный конкурент? Байден. Сколько Байдену лет? 78 лет. Еще там Берни Сандерс, которому 77 лет от демократической партии, до которого молодежь там любит, носит на руках, потому что он выступает за бесплатное образование. Так, американцы, студенты, молодежь, не уже дошли до того, что надо, чтобы было бесплатное образование, потому что слишком дорогое образование, берут кредиты, а рабочих мест нет, а стало быть, если нет рабочего места, ты не можешь возвратить кредиты. Мы же отказываемся от бесплатного всего, от медицины и образования. А? Потом все Поэтому скажите мне, почему в Америке битвы все политические вокруг 70-летних? Там даже Нэнси Пелоси, так, лидер демократической... А там справа на віці. Є зараз запит в світі на эпатажных политиков. Ну, Макрон, Трамп, ну, Зеленский. Ну, Байден тоже эпатажный. Не эпатажный же Байден, так, ему 78 лет. Да, Трамп, да, согласен, эпатажный. Но эпатаж — это же тоже форма политического позиционирования. Ты должен... Самый... ресурс дефицитный в мире сегодня — это внимание. Об этом Нобелевская премия получил еще Герберт Саймон в 1953 году. Нобелевская премия по вниманию. Потому что внимание — самый дефицитный ресурс. И как привлечь это внимание? Когда у нас переизбыток коммуникаций. Все время предлагают же себя реклама, телевизор, кино, шоу, поп-музыка, поп-культура. Все внимание. Поэтому надо привлекать внимание. Политик — это тот политик, который умеет привлечь внимание. Трамп, да, привлекает внимание, эпатирует. Поступками, твитами, прической, галочками.
галстуком и так далее. Да, как иначе. Удерживает внимание. Ты, твоя задача как политика не только действовать практически. Так? У Трампа, кстати, получается. И рабочие места растут, и экономика растет. Но в то же время удерживать внимание публики. Потому что мы живем сегодня в медиа-публичной сфере. Понимаете? Это же не то, что раньше один канал, одно радио, один телевизор, и люди сидят и смотрят. А когда 100 каналов, или в мире сколько каналов, вы приезжаете в любой город, выключаете в гостинице телевизор, а там каналы со всего мира. Аль-Джазира, Russia Today, RTR, украинские каналы. И как тут, для того, кто, какой канал будет смотреть? Там, где крутое содержание, где какие-то яркие картинки, где яркие события, яркая драматургия. Поэтому политик сегодня, он должен быть драматургом тоже, он должен драматизировать эту вещь, он должен что-то такое сделать, такое отчебучить, чтобы люди сказали «Вау!» Это называется «Вау-эффект». Да? Чтобы люди, понятно? А если он будет скучный, такой, говорит, да, там, я такой, один, два, три, четыре. Скучно. Переключат на другого. Серед фахівців чимало роздумів і розмов щодо того, що наша політика перетворюється на шоу, але ж ніяк не на політику, яка може якось владнати ситуацію в країні. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Ну, подождите. Весь мир – це тепер вже шоу. Так? Тільки може бути ток-шоу, може бути ток-шоу. А может быть просто шоу, а может быть хайп-шоу, а может быть адреналин-шоу. Зараз кожен шоу – це хайп-шоу. Мир шоу, да, потому что мы живем в мире медиакультуры. Другое дело, что надо все в меру, чтобы было. Так? Если ты только шоумен, то ты провалишь все практические задачи политикам. Но если ты только практик, а не умеешь привлекать людей, то тоже ты должен людей убедить, что ты прав, что ты лучший. А как иначе? Ты лучше, ярче, красивее и так далее. Яркость жизни с каждым годом подкручивается, подкручивается, подкручивается. Понимаете? Вот вы, может, так не до конца, но я-то помню, как Одесса 70-е годы, там, 80-е годы, и как она все ярче, ярче и ярче. Раньше все должны были ходить, так сказать, так далее, в костюмах серых. А вот Аманда Лир, может быть, помните, она была известной певицей, но она была еще одной из муз Сальваторе Дали. Но при этом она была девочкой Брайана Джонса, бас-гитариста Rolling Stones. И вот она описывает, как они как-то сели в самолет в 67-м году. Все такие яркие, Мик Джаггер, Кейт Ричард, в ярких рубахах, в зеленых пиджаках и так далее. А весь самолет сидел в серых таких галстуках, и все как бы смотрели на них, как инопланетян. Посмотрите сейчас. Все ходят в ярких и так далее. Что? Потому что человек хочет самовыражаться. Работы Сальвадора Дали, они и досі выражаются. Правильно, да, это классика. Поэтому смотрите, вот как в культуре есть классика, есть там рок-классика, есть рэп, есть академизм, так сказать, так? И все сейчас популярностью пользуются. Потому что можно послушать рэп, и все равно тянешься к классике. Послушай какой-нибудь хороший симфонический оркестр. Так и в политике. То есть, на вашу думку, зараз у политики появилась своя думку, на мою думку, на мою думку, в политике должны быть все. Так, главный критерий – это не одежда, не яркость и так далее, не возраст, не старый, новый и так далее, а твое умение работать с массами и решать практические задачи, которые тебя ждут массы. Потому что вот парламент, который сегодня у нас ненавидят, так, который доживает последние дни, там 68% новые лица. Новые лица – 68%. Так? И неплохие новые лица были. Ветераны фронта, активисты Майдана, гражданские активисты и так далее. Но парламент оказался самым плохим за все время. И мы сейчас опять хотим новых лиц. Тут так уже ж куда? Уже ж новых, побороби, уже ж новых, погоды, уже ж новых столько. Ну, наикращим просто, парламентом за все часы. Понимаю, все хорошо. Конечно же, он как глава парламента должен защищать, да, свой парламент, где он был главой. Так? Но тем не менее, смотрите, ну новые же. И мы еще хотим больше новых. Ну подождите. Новые, это зависит не новый политик или старый политик, а если у тебя новое качество политики, новые решения для старых проблем. Проблемы старые, вот даже по Одессе. Канализация и так далее. То, что пляжей нет муниципальных, нормальных, что там это все. Проблемы же старые. А решения где новые есть? Вот задача политика сегодня к этим старым, одесского политика, который будет в Верховной Раде Украины, так представлять одесситов. Новые решения застаревших, я бы даже сказать, проблем. Вот в этом заключается его новизна. А не в том, что он новый придет, он вообще не знает эти проблемы. Он даже не думал про них никогда. Он живет в совсем другом мире, так сказать, КВН, Лиги смеха, еще каких-нибудь шоу вещей. И вы хотите, чтобы он сразу вам решил. Поэтому, уверяю вас, через полгода будет разочарование. Кого мы избрали?
Опять будет же то же самое, потому что парламент, если вот этот тренд на такое тотальное обновление, тотальные новые лица, он продолжится, я вас уверяю, вот вы можете поднять архив через год, это будет самый плохой парламент, худшего парламента, который новый, если так будет, самый будет худший парламент за всю историю Украины. Даже худший, чем этот. Чи може так статися, що новий парламент змінить виборчу систему і саморозпуститься? Да ні, ну хто ж сам розпускається? Ну що? Це ж дом розпусти політичний. Каже, він сам розпуститься. Так? Ну, є така думка, навіть той же Гройсман озвучував. Ні, смотрите, там не буде так. От многі говорять, он там через полгода или там через год, он, этот парламент, это, і будуть нові вибори. Якщо слуга получить більшість, вони сформують коаліцію свою, а у них є к этому, навіть в коаліції з кем-то там, либо з Голосом, либо з Тимошенко, так? У них будет всегда стабильное 226, 230, 240 голосов. И когда что-то надо менять, они могут поменять правительство, но не менять Верховную Раду. А зачем менять Верховную Раду? Потому что на следующих выборах Верховной Рады, досрочных, «Слуга народа» уже не наберет столько голосов, как сейчас. Потому что все будут понимать, что это мыльный пузырь. Или половина там людей, которые там не готовы к политике и вообще появились там случайно. Зачем? Зачем тогда президенту распускать парламент, чтобы его партия получила в два раза меньше голосов, чем в этом парламенте? А вот правительство менять могут, министра поменять могут. Поэтому вот эта иллюзия, что там через полтора года что-то поменяется, новый парламент будет. Другое дело, что можно создать полностью, забетонировать парламент своими людьми, нашинковать туда всех КВНщиков, шоуменов и так далее. Ну, смотрите, и получить, что твой парламент ручной. Ну, хорошо, но это же не снимет проблемы. Вот Макрон, он во Франции тоже получил свое большинство, партия «Вперед, республика», ну и получил желтые жилеты. Потому что люди не будут с этим мириться. Они будут тогда получит рассвет вне парламентская политика, уличная политика. А у нас есть такие, знаете, люди, как-то буйные, которые всегда готовы возглавить уличную политику. Ну, тот же Михаил Николозович, допустим, там еще кто-нибудь. Вот. Так что не все так просто в политике. Знаете, еще раз говорю, вот это, я когда слышу вот эти новые лица, знаете, я еще раз говорю, есть старые, а есть устаревшие. В конце концов. Понимаете, есть... Вот я смотрю, вот сейчас посмотрите, туры европейские, так? Роковые туры. Кто собирает стадион? И, да, но в Киеве КИС был, так? Я был на концерте КИС. Ну, полный стадион. Так ребята в форме. По 70 лет. Джину Симмонсу 70 лет. Дальше. Смотрите, Деф Леппард. Деф, нет. Смотрите, посмотрите, стадионы собирают. КИС, Деф Леппард, Роллинг Стоунс. Вот Чикаго концерт отыграли. 75 лет Мику Джаггеру. Так они актуальные. Вопрос не в возрасте. Актуален ты или нет? Ты есть, тебя слушают или нет? Угу. Ты можешь что-то людям предложить интересное? Ты интересный вообще? Или ты неинтересный? Вадим, річ в тому, що більшість наших політиків, таких формованих вже, мають дуже бекграунд такий корупційний, скандальний. І люди, вони вже настільки засмучуються з цього, не можуть це терпіти. Тому обирають подекуди якось дуже емоційно, не аналізують. Ага, а у молодих нету корупційного бекграунда. Ну, я вам скажу, у нас теж була в Києві команда Черновецького, молода команда. Співуча команда. І я вам скажу, от автор сітки у Порошенка. Скільки йому лет автору сітки? Я не буду фамілію називати. Йому 35 лет. А він вже пройшов школу корупції, таку ще Киев рады. Так ему 35 лет. Или тридцатника нет, а извините меня, там никакого тридцатника нет. Они пробы уже негде ставить коррупционные. Еще раз говорю, коррупция – это не проблема возраста. Чем ты старше, тем ты более коррупционный. Ну, я хочу, я, да, уже как бы не сильно молодой, скажем так, но я почему-то Я скажу про политичный бэкграунд, да. Самое про цей такой. Это потому что стереотипы, вот стереотипы навязаны. Знаете, вообще вот это новые лица, так, и почему? Это колониальное мышление. Это навязано нашими старшими братьями западными, так, потому что у них правят старички. Папики. А вы, так сказать, полуколония, о полуколониях ваших, так, финансовых, должны править пионеры или октябрята, потому что им управлять легче. Ты поставил какого-нибудь грантоеда, поставил, так сказать, во главе какого-то министерства энергетики, например. И он тебе будет долбать, что Северный поток надо прекратить, закрыть. Потому что это выгодно американцам. Понятно? Потому что он малой, он понимает, что политику его привели, грантовские деньги или какой-то папик с посольства, с штатов. Понятно, он будет выполнять эту волю.
Пионеры, они всегда, неважно, как они называются, пластуны или пионеры, он всегда скажет, я готов, пионер всегда готов. И будет делать то, что сказали. Это же по технологии Мао Цзэдуна. Он же так, когда проводил культурную революцию, выбивал средние кадры, так, своих соперников по партии. Он кого? Хунвейбины. Понятно, пацаны, так сказать, безбашенные. «Играй гормон» называется это все. Политики гормонального типа. Знаете, есть политики рационального типа, есть гормонального типа. Гормон играет. И все, и начинали. Сколько они там убили людей? А в Камбодже сколько поубивали? Причем это ж Пол Пот. Они же во Франции учились. Молодые ребята в Париже учились, в Сорбонне учились. Приехали на родину коммунизм строить. Поубивали всех стариков. И что дальше? Поэтому еще раз говорю. Вот эта система, она же навязывается, это постколониальное мышление. Потому что когда белый человек, так сказать, цивилизовывал мир, не европейский мир, он же как говорил, да, какие-то такие народы дикие, они как дети наивные, понимаете? И вот это, да, и вот это вот детство, понимаете, самый управляемый человек – это человек, который живет в детстве. Потому что у ребенка всегда должен быть папа и мама. И если он ребенок, то всегда папа найдется. И неважно, это в Америке или в России. А поэтому надо, чтобы все-таки по-взрослому мы были тут. Угу. И у нас были взрослые политики. В каком смысле взрослые? Даже не в возрасте, а по мышлению. Вот и все. Это может быть взрослый. Это может і бути чоловік пожилий, теж може бути наївний. Я ж про це кажу. Да. Якщо людині 50 років, він гарний фахівець, але до цього не мав досвіду в політиці. Але як економіст він дуже розумний, професійний. Така людина може бути у політиці? Ну, прекрасно. І бути в якості нового обличчя. Не про вік тут. Не про вік, а саме... Може і не може бути. Знаєте, от скажіть мені вопрос. На політика хтось здає екзамени, щоб бути політиком? Никто не... Нет, не надо. Диплома... У нас немає таких... А нигде в мире нет диплома политика. Но если ты хочешь быть санитаром в больнице или медбратом, ты должен сдать экзамен и получить диплом соответственно. Почему так? Думали над этим парадоксом? Звичайно. Потому что потому что в политике есть другой экзаменатор. В политике есть другой диплом. Люди? Это выборы. Народ? Да, совершенно верно. Выборы. И политики – это не только вопрос компетенции, вопрос доверия еще. Если тебе не доверяют, то будь ты самый грамотный человек, все равно не примут эти реформы. Потому что, еще знаете, проблема доверия к носителю. Может быть хорошая идея, но если носитель плохой человек, так, или морально несовершенный, он не будет восприниматься. Поэтому политике важно, чтобы ты был и профессионал, экономист, хозяйственник, строитель, там, еще там, там масса может быть, медик и так далее. Дальше, но при этом ты пользовался, умел работать с людьми, убеждать их в правоте своего дела, правоте своего дела. Так что ты правильно делаешь, эти реформы правильные. Так? Навіть коли вони радикальні досить. Коммуниция? Навіть коли вони досить радикальні, тому що люди не... Конечно, не, ну люди надо убедить, надо показать, что как бы, это же тоже непросто. Надо сформировать коалицию в пользу этих реформ. Посмотрите, вот даже в Штатах сколько уже идет лет вот эта борьба с ограничением на продажу оружия. Не получается, оно шло лобби. А сколько Обаме пришлось сформировать коалицию в поддержку Medicare. Так, в поддержку медицинской реформы. И то не все удалось, потому что не так все просто. И вот политика – это сложная вещь. Знаете, и еще раз говорю, у политики главный экзамен – это избирать. Плохо то, что у нас закрытая система списков. Это же людей будут избирать, не избирать. Они будут избирать слугу народа Зеленского, но они уже избрали его. А все остальное – это коты в мешке. Ну, не захотели наши нардепы изменювати напередодні выборов? Нет, ну подождите, это, с одной стороны это так, но если бы не было досрочных выборов, то можно было бы и до календарных выборов поменять это избирательное законодательство. Я понимаю, конечно, закрытый список – это хорошо, потому что ты в ручном режиме лидер партии сформировал список. Все лояльны тебе. Ты вождь. Потому что в любой момент вождь скажет, что ты тут выступаешь против меня, я же тебя привел в Верховную Раду. Не тебя же избрали. А меня избрали. А это я просто взял сюда паровозиком, прицепил сюда на пояс. Вот и все. Поэтому выгодно. А, ну, в принципе, должна быть система вот этих, пропорциональная система, многомандатных округов. Это те же мажоритарные округа, но там не один победитель, вот как сейчас у нас будет, так? Там в Одессе 134-й, 133-й, там еще какие-то округа. А несколько кандидатов от партий. Если ты проходишь 5% набираешь, значит, ты идешь туда в зачет. Если нет, до свидания. Аби поставити крапку з парламентом, робити прогнози справи невдячна, але тим не менше, на вашу позицію, позицію Вадима Карасьова, які політичні сили можуть потрапити до парламенту? Ну, давайте так, політичні сили, тут слово сила, не все сила. Давайте так, партії.
«Слуга народу», раз. Чай партії немає, в нас кажуть. Правильно. Ну, це такі, це більше не партії, це, знаєте, это, там, проекти или там феодальні дружини. Громадські організації. Ні, це, як сказав когда-то Литвин, стаї товарищей. Стая така, товарищі собираються, вот она, так сказать. Отож, рейд клики, від Дима да. Клики, это клики больше, такой вот латиноамериканский вариант политики, там клики. Угу. Клики – это спост такая организация, которая создает доступ к власти. Так вот, ну ладно, мы все-таки не Латинская Америка, поэтому будем поверить. Рейтинг Вадима Карасева, эксклюзивно в эфире. «Слуга народа», «Батьковщина», «ОПА-платформа», «Голос», «Европейская солидарность», «Сила и честь», и «Ляшко», и «Оппозиционный блок» тоже не исключал. «Ляшко» и «Оппозиционный блок» может работать? Подождите, я просто знаю хорошо и Мураева, и «Ляшко», так сказать, так. Ну, я почти всех знаю, так, в украинской политике. Они, ребята, сильные, они могут. Они политики, извините меня, настоящие. Это да, могут не нравиться, это не мои кумиры. Но давайте ради объективности я скажу. А Гройсмана не берете? Не успеет он, не успеет. У него есть все-таки, понимаете, он премьер-министр, и он несет ответственность. Он идентифицирован пока, или точнее так скажем, ассоциирован пока с предыдущей властью. Так. Но предыдущая власть, там Порошенко есть, у него эти 5% есть, которые ему дадут. А Гройсман нельзя, эти 5%, у кого он откусит у них? У Варчука, у Вакарчука не откусит, у Тимошенко не откусит, у Слуги не откусит, у Порошенко не откусит. Ему надо набирать, где он сейчас возьмет ее? Ему надо время для того, чтобы набрать. Я еще говорю, что есть 2%. И вот многие партии, еще раз говорю, вот Гройсман может, социальная справедливость, Шлопак, независимость Могилева, дальше там еще партий много, Сила людей, хорошая, кстати, партия такая, молодые ребята, но уже, кстати, не новые, молодые, драйвовые, но уже я бы не сказал, что новички есть, так? Вот, они могут получить вот эти 2%, потому что тогда ты получаешь государственное финансирование, это деньги на офис, на пресс-службы и так далее, и партия продолжает свою деятельность. Да, аграрная партия еще надо добавить туда. У нее хорошие эти... На Чулис Поплавский. Подождите, это список пока. Там другие люди руководят партией. И не забывайте, что аграрная партия занимает всегда постоянно третье место на выборах объединенной территориальной громады. Просто там проблема с лидерством была и централизацией. Там партия местных этих баронов, латифундистов, она как бы снизу растет. Федерация такая, так бы, латифундистов. Но у них не было никогда централизованного руководства. Им бы, конечно, решить проблему лидерства. И вот они, я знаю, бегали. Даже у меня советовались, кого лидеры списка взять. Угу. Так, я говорю, возьмите этого Олега Веника, хороший парень. Пел бы песни и все вместе. Були б вже на другому місці. Ну, они взяли Поплавского, не взяли, не послушали меня. Взяли співучого, але там буде співучий Оля Полякова. Да. Не, говорю, да, не, ну, там другая будет. Но Веника, говорю, это хороший ход. Говорю, почему? Смотрите, тут Зеленский, там Вакарчук, а тут Веник. Говорю, все. Вся эстрада в парламенте. Да. Ну, и, конечно же, сейчас надо обратить больше внимания. Знаете, партии это хорошо. Вот я тоже такой немножко профессиональный флюс. Все по партиям, вот социологи. Надо обратить внимание все-таки на округа. Ну что, битва в округах. Потому что какое будет большинство, зависит от того, кто пройдет по округам. Чтобы будут мажоритарщиков привлекать на свою сторону. Особенно тех, которые независимые. Так баллотируются. Какой политической силе вы примкнете? Будете ли вы в большинстве или нет? Или в оппозиции? В оппозиции с кем? В чем ваша оппозиционность? Знаете, это очень важно сейчас. Я думаю, что вообще-то судьба этого парламента, она решается в округах. Сейчас в округах внизу. Вадиме, не так багато часу, на жаль. Да. З вами можна ще кілька годин спілкуватися. Ну, треба ще ж на море сходити. Розпочався саміт G20 в японській Осаці. Вже відбулася зустріч Трампа і Путіна. Трамп сказав, що дуже для нього честь зустрітися з Путіним. Хоча ми пам'ятаємо, що восени минулого року, коли Росія захопила українських моряків, мала бути зустріч у Парижі між Трампом і Путіним. Тоді... Буенос-Айресі, по-моєму. Да. Здається, Парижі. Ну ладно, не важливо. Да. Тоді Трамп сказав, буде зустріч з Путіним, коли він відпустить українських моряків. Що змінилось? Ну, ми знаємо, що Росія, як би, вроді би, типу, відпустила, збиралася відпускати, так? Так що сигнал прозвучав. Формальный, но прозвучал. Ну, да. Ну, мы как бы не взяли. Ну, там история мутная, так? Ну, как бы мы не взяли. Это раз. Во-вторых, это все уже не актуально. Знаете, мир поменялся. Мир меняется. И надо уже не жить старыми этими, то, что было там год назад. И все. Картинка другая сейчас. И в стране у нас, и в мире. Вот и все. Поэтому ландшафт поменялся, и что делать? А чи може це бути пов'язано з тим, що, власне, США очікують вибори незабаром? Ні, тут наоборот. Как раз для Трампа встреча з Путіним не самая вигадна. Це може бути мінус. Это да, може бути токсично. Просто треба рішати питання, тому що по Ірану треба рішати питання. Це проблема Штатів і Ізраїля.
Так, а Трамп произраильский. И Кушнер, его зять, он фактически эту всю политику. Так? И недавно встреча была в Израиле Болтона, Патрушева, лидера Израиля. И они обсуждали это. Иранский кейс, Сирия, Иран и так далее. Знаете, Штаты сегодня не могут справиться. Они уже не тот единственный полицейский, который мог управлять миром. Называли когда-то Штаты менеджером безопасности. Не могут они, у них не хватает сил уже. Так, с Европой надо что-то делать, потому что Европу они хотят полностью энергетически подавить. А Европа не хочет этого, они хотят ускользнуть вот этих энергетического давления Трампа. Поэтому Макрон говорит, что нам нужен стратегический диалог с Россией. Но надо еще одно понимать. Штаты пошли против Китая торговой войной, но масса денег китайских закачана уже в Европу, начиная от Британии, заканчивая, кстати говоря, Францией и той же Германией. Потому что Германия и Китай чемпионы по экспорту в мире. Они от глобализации больше всего получают бонусов. А Америка уже не получает бонусов от глобализации. Только минус. Мигранты идут. Так? Значит, надо решить. Как с Китаем решать? Не могут решить. Значит, Россию надо как-то отсоединить от Китая. Ну, то есть сегодня в мире нет уже одного полюса. Это уже концерт держав. Нравится нам это, не нравится, но Россия великая военная держава. Да, экономически слабая там, но военная держава, да. Это надо понимать. У нас нет такой военной силы и не будет никогда. И нам не надо это. Нам надо жить нормальной гражданской жизнью. Кайфовать от жизни, а не воевать. Хотят, пусть воюют, но это не наше дело. Так? Поэтому Трамп тоже вынужден маневрировать и балансировать. И понятно, что Россия этим пользуется. И тут, я бы сказал, тут не до Украины. И может быть это хорошо. Знаете почему? Потому что у нас вот это тоже комплекс юношества и детства. Что за нас все кто-то решит. Вот есть плохой дядя, а есть хороший дядя. И хороший дядя накажет плохого дядю. И мы будем жить долго и счастливо. А может быть, наши проблемы надо нам решать самим, а не ждать, пока хороший дядя накажет плохого дядю. Конечно, в мире не бывает хороших и плохих дядь. Политика и геополитика, ну это, извините меня, дарвинизм, это джунгли. Это Дарвин бы написал для, так сказать, животных. А политики — это разве не животные? Политические животные, так Аристотель определял. Поэтому, извините, это борьба идет, конкуренция идет. І під цю ж категорію попадає і рішення ПАРЄ щодо повернення Росії, наскільки я розумію? Ну, понятно, ну, конечно. Ну, а що, ну, от того, що ми там будемо бігати з перчатками или там петь гімни, это что, как-то. Надо быть, научиться практически решать. Вот, понимаете, опять-таки новый парламент. Набрали туда, скажем так, пионеров, этих, гарнистов, которые могут хорошо горнить, бить в барабаны. Ну вот они в паре били барабаны. Ну до какого-то времени это терпели все там. Ну те главное, что когда власть была украинская. Но если в паре смотришь, в Украине поменялась власть. Что есть запрос на нормализацию отношений с Россией у людей. Что люди хотят мира, они хотят воевать вечно, так сказать, России. Одни при этом воюют, а другие набивают карманы. Что западное? А что мы должны за вас как бы с Россией, так сказать, воевать и там ссориться и так далее? Да, сложный партнер. Но он Европа. Ну, это Европа, это европейский континент. Все, Совет Европы. Поэтому, знаете, вот опять-таки, политика в паре Украины должна быть рациональной, а не гормональной. Для этого должны быть опытные люди там, которые могли бы проводить в паре, не просто бить барабаны и в горн играть, или бегать там за российскими журналистами, а которые могли бы в кулуарах, там, за бокалом вина, вечером, проталкивать те решения, которые выгодны Украине. Это кропотливая, скучная, но кропотливая работа. Но она требует умения. Знаете, надо уметь слушать, договариваться. Так, где-то полунамеками. А если ты договариваешься, ну, выходишь и говоришь, что там твой визави дурак, ватник и так далее, ну, а кто ж такой? Дві хвилини і два коротких запитання. Як швидко і за яких умов може відбутися спілкування між Путіним і Зеленським? После парламентских выборов будет. Будет. После парламентских выборов будет. Как только будет новое правительство, парламент, эта встреча будет. Еще одно питання. Ви дуже Эта часто... встреча нужна Путину, но она и нужна Зеленскому. Ви дуже часто відвідуєте російські телеканали, зокрема, буваєте на одіозному ток-шоу «60 хвилин» з Ольгою Скабєєвою і Євгеном Поповим, так, якщо не помиляюся. Ось я просто не розумію, навіщо? Тому що висловити свою позицію про українську там неможливо. Коли ви починаєте казати певну правду, ну, ви знаєте, вам просто затикають роти. Сложний вопрос. Ну, во-первых, можна, якщо це професіонально. Так, во-вторых, от ви сказали одіозно, але вони професіонали. Це теж треба розуміти. Вони хороші пропагандисти. Професіонали-пропагандисти. А подожди, а зараз мир весь пропаганді. Посмотрите CNN. Посмотрите Fox News американський, світочі американської, так сказати, демократії медійної.
Пропаганда идет. Мир сегодня живет в эпоху постправды. Поэтому надо научиться работать постправдой. Алло. Это, и, кстати говоря, это хорошая школа. Потому что у нас многие шоу, это такие как бы скучноватые шоу. Знаете? А там все по-настоящему. Это хорошая школа виживання і воспитання. Понимаете? Это вам как вот эти реаліті шоу. Неугидно, Вадима, неугидно стояти поруч з людьми, які просто поливаються. Ну не те, що брудом, я не буду казати це слово. Смотрите, там же стоять, там же смотрите, одна сторона так стоїть, а друга так стоїть. І там, коли я стою, там стоять или українці, или русські опозиціонери, наші єдиномисленники. Понимаете? Поэтому у нас стоїть Леня Гозман, которых тоже ходит, ну, который, да, понимает все, но он ходит. Юрій Кот, який тоже. Колись уже в Україні. Ну, зараз. Он з той сторони. Сорі, он же на той стороні. Стороні. Я ж туди не на той стороні, а на этой стороні. Поэтому это надо. Надо не укриваться от борьбы. Понимаете? Надо не ухилятися от борьбы, а надо наоборот, идти на ви. Тобто іноді. Ви підтримуєте думку Володимира Зеленського, що ми маємо розгортати інформаційну війну? 100%. Ну, во-первых, то, что я, это же как бы еще, вы думаете так, это же согласовывалось все с АП. И я был автором того, чтобы все-таки был такой как бы десант, подбор был более качественный, а не просто случайный. Но, к сожалению, меня в этом не услышали некоторые товарищи, как бы так спустили это все на тормоза. Поэтому, а это так плохо, потому что иногда ездят люди, которым не надо ездить просто туда. Им нечего сказать. Ни в Украине, ни там. Там должны быть, ну, как бы люди, скажем так, отборные люди. Які можуть відповісти. Поэтому так, тут еще что же война, даже не то, что там думаете, мне захотелось, я так сказать. Дуже цікаві методи да. У Дмитра Гордона, коли його вмикають в ефір да. Російських каналів, він нічого, нікого не слухає, просто говорить 5 хвилин свій текст да. І потім виключається. Без пауз, так. Да. Ну, в принципі, видите, теж можна його використати, вони ж потім говорять. От він говорить, що там президент Путін там убийца. Ну, ми ж показуємо, какого він убийца? У нас демократія, смотрите. Все, тоже как бы. Так, і при цьому кажуть, що в Україні немає солі, ми тут голодаємо. В нас тут впливають, але... Солью розраховуємося. Ну, ні, ну так це чуже ж, понятно, що сразу можна говорити. Так, але ж росіяни то... Ви думаєте, що там все как бы... Це ж теж і вот эти вещи, це ж доносити русским теж. Потому що у них оппозиції нет. У них оппозиции слова не дают. Поэтому часто украинские гости, они выполняют функции внутри российской оппозиции. Чтобы что-то сказать то, что сказать... Російський опозиціонер просто не може. Хочуть, але не можуть. Не як може, собаки. Да. Не і то, що не то, що в Україні, говори, що хочеш. Знають, але не кажуть. Говори, що хочеш. Спасибі вам. На жаль, вже немає часу. Вадим Карасьов, да. Відомий український політолог, був гостем цієї інформаційної години. А, з вами були Анна Полякова. Голосуйте за мажоритарщика в Одесі. Дякуємо, що дивились. Залишайтесь на сьомому.